Приветствую, дорогие друзья! Снова с вами канал G-Mix. И сегодня обзор игры Мадагаскар. Уровень на водопое. Это длинный уровень. Итак, готовы к просмотру? Ну тогда погнали, смотрим. Ух ты! Гляньте, какой видок! По крайней мере, наш самолет рухнул в красивом месте. Наконец-то я могу сказать! Супер клевое местечко! Да уж, мы свалились прямиком в рай! Меня гложет какое-то нехорошее чувство. У меня тоже странное чувство, хотя оно не такое, как у тебя. Мне кажется, будто я здесь уже когда-то был. Отставить болтовню, дамочки! Нам самолет чинить надо! Вперед, ищите инструменты, чтобы эта пташка поднялась в воздух! Так, инструменты. Ты тут все уже проверил? Так в чем же дело? Ищем. Там зато. Крокодилы. Ай-яй, не пугают. Я? Не умирают. Я пока поваляюсь. А ты иди осмотри. Эй, фотоаппараты валяются тут прямо на земле. И что дальше? Телевизоры на деревьях? Фотоаппарат. Хорошо. Будем что-то фотографировать. Только что пока непонятно. Марти, ты глянь! Я нашел фотоаппарат на земле. Это даже лучше, чем монетка на счастье. Супер! Теперь можно пощелкать меня с аборигенами. Ну, типа для ребят дома, что мы тут были. Ага, вон в правом верху видно. Глянь на нас! Кого нам надо фотографировать? Вот сфотографировали слона, он у нас красный. Значит, остальных надо искать. Есть носорог. Есть такие, кто любит толстопышечек, но лично мне по душе толстопомпушечки. Понимаешь, да? Привет, рад встрече. Я серьезно, Пышечка, у тебя даже все округлости с округлостями. Да, с меня хватит. Да ты говоришь так всем бегемотикам. Ну, бегемота фотография, мото-мото. Тут где-то я видел обезьянку, которая нам нужна. Вот она. Этот друг позирует. Главный... Дает сфотографировать нормально. Зебра любит очень фотографироваться. Так, что тут дальше у нас еще нужна? Бабулька эта, наверное. Да, Нана. Эти снимки будут лучшими из всех моих отпускных фотографий. Ведь я в отпуске первый раз. Забудь об отпуске, тельняшка. Речь идет о выживании. Мне нужен фотоаппарат на запчасти для аварийных огней. Рико, прояви пленку. Ковальски, стой рядом и делай вид, будто занят. Эти пчелы все время летают за мной. А что, если приспособить их жало для чего-нибудь полезного? Как напугать носорога? Пчелы! Ненавижу пчел! Блин, мне кажется, мы упали на другую планету. Открылся проход. Так. Надо поскорее отнести пингвинам кусачки, пока они меня совсем не заклевали. Эй,
У нас, кажется, еще один участник забега. Точно. Интересно. Он быстро бегает. На вид он как мы. А мы бегаем быстро. Хотя я быстрее всех. Не знаю, но там, откуда я родом, я был очень бы... Я тоже самый быстрый. Иди спроси того носорога. А? Кто меня звал? Это дело по поводу пчел? Надеюсь, что нет. Где я? Бежим, бежим, бежим! Итак, готовы к забегу? Вперед! Все болеем за Марти. Снова морковку надо собирать, так как она дает нам ускорение. Морковка. Отлично. Отбегаем. Так как они увеличивают время прибытия нашего финишу. Ускорение включаем. Турбо. Зебру, ого, носорог подорвал. Надо поднять его. Так, первый круг есть. Еще круг. Нам будем поднять всех, кто будет первым. Догоняем. Догоняем, догоняем. Зебра упала. Давай. Где-то на подходе уже финиш. Так. Главное теперь ровненько бежать, на стену не вылазить. Не сбиваться с пути. Собирать еще морковки. Вот морковка. Есть. Морковка. Ай-яй-яй. Давай. Марти, ты выиграл! Ты показал нам, на что способен, и официально заслужил уважение. Спасибо! Погоди, ты что, язвишь? Ну не совсем. Хочешь, потусуйся с нами. Погрейся в лучах своей славы. Почему бы и нет? Алекс, ты иди, я потом тебя догоню. А, ладно. Конечно. Кто знает? Вдруг мне повезет и найду тусовку у львов. Возвращаемся. Не знаю, зачем ты за мной таскаешься. Уж поверь, если бы я знал что-нибудь важное, то уже давно тебе бы сказал. Эй, Мелман, ну как тебе дикая природа? Ужасно! Глянь на этих больных жирафов. Пониженный иммунитет у них в генах. Больными жирафами туристов не заманишь. О, идея! Мы обменяем их на туристов. Я гений! Какая боль! А если бы явился великий целитель и вылечил нас своим рентгеновским сканомулятором? А, меломан! Почему бы тебе не взять рентгеновский скалонафинагатометр и не вылечить их? Тогда бы они тебя полюбили за помощь, а меня за то, что я дал тебе ценный совет. У первого пациента простая, но гнусная зараза. Рыбье брюхо. Намажь его зеленой мазью и запрети пить воду, куда могла плюнуть рыба. Так, поехали. Посыпать рыбу зеленой гадостью. Гадостью можно посыпать постоянно, так как у нас ее неограниченное количество и она не заканчивается. Поэтому сыпем ее. Чем больше, тем лучше. Ну еще желательно в рыбу, конечно, попадать. С этим пациентом будет посложнее, но ничего страшного. Обмажь его с головы до пят синей мазью, и ему полегчает. Так, тут разные отравы для разных видов. Бабочки очень быстрые. Есть. Будем посыпать много. Не дадим шансов бабочкам. Отлично. Есть.
Еще одна. Так, стоп. Баночка есть, рыба. Готово. Так, не знаю, готов ли ты к такому, но бациллы ждать не станут. Красная настойка так и называется. Что бабочка шустрая. Красная настойка. Есть? Она много от чего помогает, но не злоупотребляй. Ее нелегко достать. Лучше глотнул. Исправили. Рыбки. Готовы. Так, еще рыбки вижу. Готов. Похоже, тут нам пригодится скананофигометр, чтобы все как следует рассмотреть. Без него нам не вылечить этого хилика. Ой, гусеницы какие-то. Я красную настойку из воздуха не делаю. Расходу ее сумму. Монетки собираем с помощью вот той штуки, которую он приносит, ядовитый. Она их убивает. Может, у тебя красная настойка радость и веселье, но для меня тяжелая работа. Надо стрелять, а я, кстати, стал королем, чтобы работать поменьше. Очень сложно. Это гусеница делится. Превращаются в маленькие шарики, которые быстро бегают, в которые очень сложно попасть. Есть. Ага, еще один. Есть. Прямо в глаз. Ура! Ты вылечил достаточно больных, и теперь все жирафы меня обожают! Кстати, ты можешь приходить и лечить их когда угодно. Заработаешь уйму призов и сможешь собой гордиться. Оставаться мы не будем и пойдем дальше искать жар, и помочь приключения ему может только на мелман. Свою шерсть. Так, хочу на слоне прокатиться на хоботе, собрать монетки. О! Так, надо подождать, пока он будет дуть вверх. И можно собрать себе монетки. Яйца собираем, пока неизвестно для чего. Тут ничего нету у нас. Ай-яй-яй, по воде он тоже не будет ходить. Значит, идем наверх. Собираем монетки. Эй, минутку! Неужели это... Нет, быть не может. Но я все равно должен туда пойти и убедиться со... Смотрите, этот парень не такой, как мы. Давайте его дразнить. Не надо меня дразнить. Просто мне показалось. Я знаю, звучит глупо, но тот лев похож на моего по... Замолчи! Сейчас мы будем тебя дразнить и забрасывать фруктами! Эй, сам заткнись! Постой, ты же мне первым велел замолчать? Так, надо уворачиваться от фруктов. И рычать на них. Ай, недолет. Когда рычишь на них, они отворачиваются и какое-то время прекращают бросать. Что увеличивает наши шансы добраться до вершины. Так что такое? Прыгнул.
поскользнулся. Тут практически везде надо двойным прыжком пользоваться. Ладно, ладно. А, кстати, если рыкнуть в какую-то сторону, камера повернется в нее. Удобно поворачивать камеру. Разобрались там. Но это действует только львом. Потому что только он может кричать. Значит, в последующем проходить лучше всего львом. Особенно там, где надо лазить, прыгать. Добрались. Боже, или гуляй сам. Я хочу, чтобы ты вернулась, когда вновь станешь бегемотихой Глорией. Так, меняем персонажа на Глорию. Вот тот тоже. Тут у нас перцы, значит, нужно что-то разбить. Вот и да, который можно разбить. Ой. Ай-яй-яй-яй. Не туда. Великолепно. О, что тут у нас? С большой буквы. Любовник. Мото-мото, дружочек. Так, а второй камень вот тут мы видели. Есть. Тут у нас открыт проход, чтобы не прыгать по этим скалам. Сможем сразу заходить. Если нам понадобится поменять персонажа. Привет, друг! Добро пожаловать в мое новое королевство! Легко. Это твое новое королевство? Это ну сделаем. Да, скажи красиво. Я устроил голосование, и мы единогласно решили, что я стану новым правителем этого водопоя. Голосование? Полагаю, следует уточнить, что голосовал только его величество. Ну да, ну и что? Главное, я теперь король. И не допущу, чтобы тут плавали всякие, ели кого попало и сбивали цены на недвижимость. Кроме того, они не пускают никого в воду. Что? О, нет-нет. Глория пришла принимать ванну. И такие законы ей не нужны. Надо дурнуть их оттуда. Просто нажми кнопку действия, когда захочешь, чтобы я залепил фруктов в этих мерзких рептилий. Ни в чем куда не пойдешь, везде крокодилы, аллигаторы или туристы. 15 штук нам надо их. Кидать туризаны. Вам, крокодилы, повезло, что я вегетарианка. В общем, фруктами, не помню, как они называются. С этими мы разобрались. Теперь надо надрать хвост главарю, и с бандой будет. Ой-ой-ой. Главный босс крокодил. Он тоже бросается, поэтому надо быть осторожным, чтобы не попасть в него. Десять раз в него попасть надо. Открываем поближе. Он пускает волну, когда мы слишком близко. А издалека мы попасть не можем докинуть. Ай. Thank you.
попали. Нет. Когда попадаем, становится классно. Не надо постоянно двигаться и следить за тем, попали или нет. Можем справа, где написано. 8 раз осталось из 10 попасть в него. Попали. Ниже. Опять мимо. Что-то мой друг не очень точно кидает. Двигаться надо постоянно, чтобы не попасть под шквал фруктов, который не защищается. Здесь 5 раз. Передвигаем маленькую и снова в бой. Волну пускает, которая нас относит к цели. Так, 3 раза у нас осталось. Ай, попал. Один раз остался последний. Ой, кто-то попал. У нас опять заново. Так, давайте сосредоточимся. По 2 удара не подходит, только один раз засчитывается, когда попадаем. Вот какое-то время, видите? Засчитываемся, один раз всего. Так, надо быть внимательным, так как эти крокодилы всплывают непонятно где и охотятся за нами. Чтобы наши факелы не пропадали, чтобы держаться в хорошем грифе и состоянии, необходимо контролировать все. Также делать петли тут постоянно, вращаясь, катаясь на лодочке, бегемотики влево-вправо. Так, 3 раза осталось, хорошо. Стрельнули. Да что такое, не может попасть что-то, этот лемур. Я уже по несколько раз стреляю для того, чтобы один из них точно попасть. Давай. Ай. Ни слова у меня есть. Ну смотри, какой крокодил. Ай, факел потеряли. Ничего, ну. Сейчас мы его. Возьмем. Ого. Последний раз. Давай. Ай. Готов. Хорошо. Джулиан доволен. Наконец-то весь сброд изгнан, и я смогу насладиться сладким манго. Это было просто супер, детка. Но я же все-таки король. Я обращался к даме. Спасибо за комплимент, Муата-Муата. Там у меня таких полно. Хочешь, сплаваем вместе в мою секретную подводную квартирку? Почему бы и нет? Показывай дорогу. За мной, детка, и держись поближе, как можно ближе. Надеюсь, вам понравилось видео. Это был обзор игры от канала GMX. Канал обзора и прохождения компьютерных игр. Не забудьте подписаться и поставить лайк под видео. Это стимулирует к созданию новых видеороликов и обзоров игровых новостей на канале. Спасибо за просмотр. Всего наилучшего и до скорой встречи на канале.